Череда выездных приемных администрации Северского района в поселениях продолжается. На этот раз посетили Смоленское сельское поселение. Жители могли обратиться к власти со своими жалобами и проблемами. Люди проявили активность и задавали много вопросов. В их решении помогали глава района Адам Джерим, его заместители, а также руководители служб и специалисты поселенческой администрации. Самые острые вопросы – у электро- и водоснабжения и газификации отдельных улиц, а также ремонте дорог. В конце Адам Джерим обратился к своим коллегам с просьбой взять все обращения на контроль. По Смоленской 17 было вопросов о водоснабжении, о ремонте дорог, о расчистке ериков, о установлении границ кладбищ. И все эти вопросы надо взять на контроль. Следующая выездная приемная администрация муниципального образования Северский район примет обращение жителей Калужского сельского поселения.